Сегодня в объективе инспекторов регионального госадмтехнадзора внутриквартальные проезды и тротуары. Чаще всего сообщения от мытищенцев, недовольных работой коммунальщиков, приходят отсюда, из микрорайонов новостроек. Тротуар этот, как он вам, правильно его почистили? Да, как мы видим, тротуар у нас очищен до усовершенствованного покрытия, имеющего тротуарную плитку, что соответствует требованиям статьи 63 191 закона о регулировании дополнительных положений на территории Московской области. А вот эта куча, она так и должна здесь лежать? Как мы видим, управляющая организация произведена очистка тротуара, в результате чего произведено временное складирование снежных масс, которые в дальнейшем будут вывезены. Допускается временное складирование на парковочных местах, то есть последующим вывозом указанных снежных масс. В этом случае управляющая компания ООО «Пеккомфорт» с поставленной задачей справилась. Дворники оперативно расчистили территорию вокруг 24-го дома по улице Юбилейной. Прохожие тоже готовы поставить им хорошую отметку. Я довольна, хотя мытищек тоже бывает редко, но сейчас хоть стали стабильно чистить. Не то, что раньше. Все нормально. Правда, замечания к работе управляющей компании у сотрудников надзорного ведомства все же есть. Некоторые кучи снега видно, лежат давно. Нарушения фиксируют. Если организация не устранит их в ближайшее время, то получит штрафную квитанцию. Сумма в ней может значиться немаленькая – до 70 тысяч рублей. Так, похоже, не удастся избежать наказания тому, кто должен был расчистить внутриквартальный проезд, соединяющий улицы Юбилейную и Борисовку. Квартальные проезды не очищены от снежных образований. Местами толщина образования достигает свыше 10 сантиметров. Затруднено движение, затруднена парковка для автовладельцев. Сотрудниками территориального отдела в отношении администрации городского округа Мытищи возбуждены административные дела за непроведение уборки на вышеуказанных внутриквартальных проездов. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. И как лакмусовая бумажка. Мнение автолюбителя. Убирать надо, что буксует, застреваешь. Посадка низкой машины. Вы сами же видите, супруга какие. Поэтому я считаю, что плохо. К слову, заметили сотрудники надзорного ведомства, небрежно припаркованные автомобили нередко мешают проезду спецтехники по дворам. Они просят владельцев машин учитывать текущую ситуацию. За почти два зимних месяца сотрудники 7-го тиротдела Госадмтехнадзора Московской области устранили более 100 нарушений, которые допустили коммунальщики при расчистке улиц от снега. Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, 1-й Мытищинский.